Здравствуйте. Здравствуйте, девочки. А сколько вам годиков? Годиков 16. Обеим? Да. Обеим. Обоим. Обеим. А выглядите еще моложе. Это прекрасно. Есть у вас? Или... А с какого вы города? Из какого города, девчат? Мы из Киева. Понял, а я из Москвы. Слушайте, я музыкант. Есть у вас какие-нибудь, может, любимые там, ну, песенки? Могу что-нибудь вам сыграть. Хотите? Да. Ай, доля ворам. Нет, сейчас. Жизнь ворам вечна. Ну, эту песню я не знаю, но если ты хочешь что-нибудь такое, блатничок воровской, да, я смотрю. Жизнь-то тебя потрепала, девчонка, потрепала. Ну, сейчас я тебе сделаю. Как вас звать, девчонка? Давай. Найдите мне, пожалуйста, песню «Жизнь ворам вечна». Моя хорошая, эту песню я не знаю, но я тебе сыграю, если спою сейчас другую песню тоже вот про тяжелую судьбу воровскую. Давайте. Вот я вижу, жизнь у тебя тяжелая. Да. Давай. Что ж ты, фраер, сдал назад? Не по масти я тебе, ты смотри в мои глаза. Брось трепаться о судьбе, ведь с тобой мой мусорок. Оп-оп. Я попутал рамсы, завязала в узелок. Тан-да-да, как тугие две косы. Нормально? Помню, как ты подошел. Опаньки, опаньки, опа. Как поскрипывал паркет, как поставил на мой стол. Севка в ТВ, большой секрет. Я решила, ты соскарь. Опаньки, опа-по. А я вор авторитет. Оказалась просто тварь. Брала пот, тушите свет. Ну как, девчонки, нормально? Красавица! Я вижу знакомая музыка для танцев. Видимо, ты училась под нее лезгинку танцевать, да? Опутала рамсы, завязала. В узелок, как тугие две косы. Да, вот видишь. Давайте еще. Еще что-то? Какое? Да. Что-нибудь такое тоже, такое тюремное, правильно, да? Вороваек давай. Вороваек? Да елки-палки. Да. Я смотрю, ты шаришь в теме. Я шарю в теме. 16 лет. Эх. Сорок, шей мне срок. Вот это, пожалуйста. Голочку сломалась. Всех понюхать. Лови, наслаждаемся. Чё ты гонишь мусор шляпу, не по делу? Чё ты паришь мне про нары и конвой? Чё мазуришь ты на понт, я не товарка? И пугаешь падла бабу Колыму? От вашей грязи мусорской я настрадалась, поел вдоволь у хозяина харчи. Я раньше срока было дело, отзвонилась по актировке лазаретовских врачей. Эх, опа, мусорок, мешай мне срок. Машина Зингера иголочку сломала. Всех понятых, полублатных, да и тебя я мусорой в гробу видала. Я на себе брала все дело под Самарой, не потянула паровозом корешей. В бараке лагерный фасон такой держала, не опустилась я до лагерных мышей. А ты звонил мне по ушам, катай волыну, про тот лопатник из Лоховской скулы. Твой мусорок поднял прополь, потом как тузик, то нюхал руки мне, то грязные полы. Да, хоп, мусорок, мешай мне срок. Машина Зингера иголочку сломала. Всех понятых, полублатных, да и тебя я мусорой в гробу видала. Нормально? Аплодисменты, поаплодируем сами себе, да? Вот. А вы за или за Россию? Моя хорошая, давай я за всех добрых людей против всех плохих. Не хочется про политику говорить. Правильно? Вот. Ну, доброй ночи тогда вам. Спасибо большое за концерт. Подняли нам настроение. До побачення. До побачення, девчонки. Вы прекрасны.
А что сейчас? Ой, здрасте. Здравствуйте. А как вас звать? Меня Саша. Олеся, приятно. А вы Олеся или Олеся? Вы знаете, по паспорту Олеся, но мама с детства Олеся, поэтому я привыкла Олеся. Просто, по-моему, поэтому, да, Олеся. По-моему, Олесь — это украинская версия, а белорусская — она Олеся. Но белорусская все равно через О пишется, нет? Нет, ну вообще происхождение, наверное, есть там и те, но просто я знаю, что вы, как мне говорили, что происхождение вот у белорусов Олеся. Люди пишут, что хотят в паспортах. Даже Олеся, меня. Олеся, Олеся, Олеся. Знаете такую песню? Так птицы кричат. Лестница. Так птицы кричат. Да, конечно, знаю. Мне ее всю жизнь пели. Любимые мужчины? Нет, всю жизнь это до какого-то возраста, то есть я была еще ребенком. Я понял. Из какого города, Олеся? Я из Черкас. Вы из Черкас, а я из Москвы. Вот это. Ну, слушайте, если есть у вас какая-то любимая там песня, может, там, могу вам что-нибудь сыграть, если хотите. Я музыкант. Вот. Да? Ну, давайте. Что у вас? Если я знаю ее, то конечно. Давайте Фил Коллинз. Что знаете Фил Коллинз? Ёлки-палки. Ну, я про него, что я спою, например. Давайте я тогда просто сыграю Фил Коллинза, потому что я его не знаю, а сыграю. Nice. Нет, так я знаю Think Twice. No. А хорошо, а знаю... Oh, Think Twice. Хорошо, давайте... Не-не, ладно. Так. А знаете эту? Is your lover? You better hold on, you believer. Yeah. It's like no other. Это тоже он поет. А я его очень плохо знаю. Я очень плохо его знаю. Да? Хорошо, ну давайте такой же с классики, чтобы вам было полегче. А я не классик. О, я недавно была в Братиславе на концерте Depeche Mode. Давайте Enjoy the Silence. Блин. Ну, вот. Классик. Нет, из Depeche Mode я могу, знаете, что сыграть? Только Free Love. Я тоже, это не совсем моя музыка, но Free Love. Free Love? Free Love. Или... Free Love. Хотите Free Love? Нет, не хочу ее вообще. Не могу. Ладно. Я вас музыкально удовлетворить. Давайте тогда супер классику. Стиви Вандер, знаете? Во, Стиви Вандер получше. Ну, не так много, но тоже что-то знаю. А ну, A Part-Time Lover. Да, вот тут это мы сделаем. Я говорю, что я не пою, но что, потому что у вас, скорее всего, звук отстает, и будет да. Так, что вы играете. Да. Ну, а я вам, когда я просто звук вам убираю, что поэтому можете хотите петь. А вы вокалистка, нет, профессиональная, нет? Просто? Не профессиональная еще, но, возможно, буду, не знаю. Но вы работаете над собой, я понял, да. Мне тоже нравится петь. Вот. Вы знаете, я сегодня пела акустическую версию Bad Romance в джазовом исполнении. Боже, какая же она херенная. Вы знаете Леди Гагу? Bad Romance? Нет, наверное. Наверное, может, слышал. Ну ладно. Нет, ну, она просто, знаете, на, как на радио, в Ютубе, она звучит как типа... Эстрада. Вот. Но мы ее пели более джазовым исполнением, типа как
типа... Рома, Рома, Мака, Ура, Ну, понял, понял. Ну, понял. А где вы учитесь? Где-то джазом в клубе? А где? О, я не учусь давно. 28 лет, я не учусь. Вы уже все умеете, я понял. Ну, не то, что умею, но да. Я сегодня бросила работу свою. Вы это говорите с... Ушла. Вы... Это хорошая новость или плохая? Это хорошая. Это очень хорошая. Я очень рада, я набилась и сижу в чат-рулетке. Ну, вы молодец. Да, даже вот это. Вместо мивины взяла какую-то эту кашу, типа кускус быстрого приготовления. Понял. А мивина — это типа доширак. Ну, понял. В Украине это мивина. Ну, понял. Называется. Ладно, вам приятного аппетита. Поздравляю вас с походом. Я поскочу дальше. Спасибо. Спасибо. Пока. Пока.